Музыкальное оформление урока по немецкой грамматике стало для девятиклассников средней школы номер 7 настоящим сюрпризом. В практике Янзена Фолькера, бывшего учителя русского языка в Германии, занятия с музыкальным сопровождением не редкость. По мнению педагога, уроки в такой нетрадиционной форме позволяют детям лучше воспринимать и запоминать все нюансы немецкой речи. Песня – это душа народа, такое мое мнение. И когда мы слышим народные песни или современные песни в современных различных обработках, это все-таки побуждает детей учить немецкий язык с определенной целью. Думаю, что петь помогает тем, которые изучают иностранный язык, легче выразиться. Они не стесняются, если они все вместе поют, никто не заметит, если у меня будет ошибка с произношением или и текст уже дан. Фолькер Янзен из города-побратима Равенсбурга приезжает в Брест уже в 6-й раз. Бывший учитель русского языка сегодня активный член общества друзей Бреста. Но как не бывает бывших военных, так и нет бывших педагогов. А потому немецкий учитель со стажем заинтересован в тесном сотрудничестве с белорусскими коллегами. На его взгляд, обмен учениками – наиболее распространенная форма взаимодействия школ. У нас уже существует обмен более 20 лет, начиная с 1991 года. Мы регулярно сотрудничаем со школой Клёстерле в городе Равенсбурге. И один год приезжают к нам немецкие школьники, второй год едут наши с ответным визитом. Контакт между нашими общинами, городами и общинами с Брестом очень тесный. И очень часто приезжают к нам группы имени школьников и студенты. Иногда это не такой интенсивный обмен, больше из вашей стороны, чем из нашей, потому что у нас очень мало знает достаточно русский язык. Для учеников школы с немецким уклоном живое общение с жителем Германии – уникальная возможность узнать о культуре, быте и образе жизни бюргеров из первых уст. Фолькер Янзен – не единственный представитель немецких земель, который приезжает в брестскую школу. Студенты германских вузов также выступают в роли учителей словесности. И на такие уроки дети ходят с большим удовольствием. Они нам помогают развивать нашу немецкую речь, мы практикуемся, они разговаривают с нами на немецком языке, и мы усовершенствуем свою речь, и нам очень интересно и нравятся эти уроки. Говорить на языке Шиллера и Гёте в одну из недель октября стало для брестчан доброй традицией с 2007 года. С тех пор недели немецкого языка и культуры пользуются большой популярностью у горожан и гостей города, а главное у школьников. Они служат прекрасным стимулом для изучения обычаев и традиций Германии.